Я видел три дрона. Сначала я увидел один дрон. Он как бы вдоль лесополки прошел в одну сторону, потом в другую сторону. Потом появился еще один дрон на таком же расстоянии высоты. И ну, они один по одной стороне, другой по другой стороне. Третий дрон был какой-то маленький такой, и он постоянно что-то скидывал, взрывающее. Он пару раз скинет, взорвется, улетит. Потом опять прилетит. Опять так же пару раз скинет. Я сообщил этому командиру, ну это тот, который на Эльке сидит, который меня отправил, сообщил, что надо мной кружат две птички, как бы сопровождают меня, что ну, не отходят. Он мне сказал, что это якобы наши дроны, что тебе, ну, что тебя сопровождают, показывают якобы дорогу. Вот так. Потом я узнал, что это был украинский дрон, а я пошел за этим дроном.